хорошо. Искренне рад, что у нас в Челябинской области так много талантливых и увлеченных профессионалов на всех уровнях образования. От воспитателя детского сада и педагога дополнительного образования до преподавателя вуза лучших наставников подрастающего поколения чествовали сегодня в резиденции губернатора Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Среди лауреатов этого года самые разные специалисты. Одни из вас работают с малышами в детском саду, другие со школьниками и студентами. Все вместе вы составляете единую образовательную цепочку, помогаете подрастающему поколению раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. В церемонии награждения приняли участие полсотни педагогов со всей области. Несмотря на большой профессиональный стаж, в зале чувствовалось волнение. Для многих премия губернатора Челябинской области – первая значимая награда. Будет стимулом к продолжению своей деятельности. Я думаю, что каждый, кто получит здесь награду, по-прежнему останется верным своей избранной профессии и принесет еще много доброго, полезного в деле развития подрастающего нашего поколения. Кроме того, на церемонии подвели итоги третьего областного конкурса «Лидер в образовании». Лучшим управленцем стала Ирина Кондакова из Еманжелинска. Наш район ни разу не выдвигал участников на этот конкурс, поэтому я решила стать примером для руководителей образовательных организаций Еманжелинского муниципального района. И в мае месяце заявилась на этот конкурс. Напомню, премию губернатора Челябинской области работникам образования вручают более 20 лет. За это время ее лауреатами, как сообщает региональный Минобр, стали более 1500 педагогов. Анна Кучина, Антон Ступко, СТС, Челябинск.